Накануне празднования дня снятия блокады в Кировском районе состоялся праздничный концерт. В ДК имени Горького администрация пригласила жителей осажденного города, тружеников тыла, детей блокады, чтобы поздравить их с большим праздником – Ленинградским днем Победы. И это был главный подвиг. То, что вы жили, выжили, и фашисты понимали, что город живет, а значит, его не так просто взять. И не так просто победить таких людей. Концерт начался с самого известного в мире произведения искусства, созданного в осажденном фашистами городе. Симфонический оркестр Государственного Эрмитажа исполнил ленинградцам фрагменты 7-й симфонии Шостаковича. Сочетание музыки, черно-белых хроник, транслируемых на экранах, и песчаных рисунков, возникающих во время представления – все это произвело сильное впечатление на гостей праздника. Замечательный оркестр симфонический. С таким чувством слушала симфонию. Прекрасно. Такие оригинальные картины сделали. Музыка Шостаковича, конечно, трогательна до слез. Ветеранам преподнесли в этот вечер немало сюрпризов. Перед ними выступил заслуженный артист России Леонид Серебренников, именитые оперные певцы Юлия Полянская, Мария Максакова и Василий Горелла. Они исполнили для блокадников любимые военные песни. Ленинградцы с удовольствием слушали их, украдкой утирали слезы и подпевали.